Вась. Ты что, спишь, что ли? А? Угу. Как можно спать, Вась? В стране такие дела творятся, он спит. Ну и что? Ну как что? Проблемы у нас. Какие еще проблемы? Серьезные проблемы, Вася. Рождаемость в стране падает. А мы тут при чем? Вась, ну как при чем? Ну как при чем? Вот ты храпишь, а рождаемость в это время падает и падает. И что, если я встану, рождаемость поднимет? Вась, ну не знаю, ну сразу может не поднимется. Ну как-то шаги в эту сторону надо делать. Ой, Зая, я спать хочу. Ну что ты не понимаешь, у нас в стране людей не хватает. У нас весь Дальний Восток оголенный. Там на 10 километров один китаец. Зай, меня на весь Дальний Восток не хватит. Вася, я ж тебе не про Дальний Восток говорю. Я ж тебе про нас говорю. Вот давай мы ребеночка родим. Так сказать, поднимем рождаемость в отдельно взятой семье. А? Вась, ну давай, иди ко мне поближе. А, Вась, ну куда ты отвернулся? Господи, ты что, спать собрался, что ли, а? Ну что за человек такой, а? Ну что за человек? Прям буратино какой-то деревянный. Господи, какой папа Карло тебя строгал? А хочешь, я тебе завтра твоих блинчиков любимых напеку, а? Со сгущенкой. Хочу. Ой, сразу проснулся. Блины любит больше, чем жену, вот ебу. Вась, ты очень хочешь, да? Очень хочу. Вася, тогда так. Вечером дитё, утром блины. Не пойдет. Ну хорошо, тогда блины плюс бутылка пива, Вася. Три бутылки. А что это три? С чего это три? Ну, одну мне. Одну Славику. Другую Сереге. А им-то за что? Нет, я не согласна. А что это получается? Работать будет один, а поить я троих должна. Не-не-не, это я не согласна. Ну, знаешь, я тебя не заставляю. Не хочешь, как хочешь. Господи, боже мой, что за человек такой? Вася, ну как с тобой договориться? Вот на соседа посмотри, на нашего. Посмотри, вот это для тебя пример. Ты посмотри, он же на 5 лет тебе моложе, а у него уже 2 детей. Посмотри, какие детки, господи, какие хорошенькие. Такие глазочки такие, такие ушки лопоухенькие. А вот это мужик, не то что ты. Да это вообще не его заслуга. А ты откуда знаешь? Да знаю и все, давай спать. А ну-ка, повернись ко мне. Посмотреть хочу на тебя. Лицо поверни, говорю. Одно лицо. А я-то дура думала. А на кого это соседский дед похож? А? Вот он, папка. А, ты посмотри, глаза такие противные. Тараканьи глаза. И ухи лопоухи. Ах ты, кот шелудивый. Ну, ах ты, кобель. Ах ты, кобелина. Давай спать, я вообще спать хочу. А ну-ка, смирно! Руки по швам! Все. Чего ты завелась? Потянул штаны, ложись спать. И чтобы не храпел всю ночь, чтобы не слышала я тебя. Зай. Зая. Ну, что ты, а? Ничего, руки убери, я сказала. Зай. Зая. Ну, успокойся, что ты, а? Зая. Зая. Ну, ладно тебе. Хочешь, я тебе завтра цветы куплю? Розы. Розы? Красные. Красные? 5 штук. 7. А что это 7? Всегда 5 было. Теперь 7. Ладно, 7. 7 красных по 120 рублей. По 150. Ладно, 7 по 150. Зай, а вообще, хочешь, я сейчас пойду посуду помою, а?
Хочешь? И мусор пойду вынесу. Вася, да ты заболел, наверное. Господи, у тебя, наверное, температура. Нет, холодный. Вася, у тебя живот болит, да? Тебя пучит, Вася. Да нет, ничего меня не пучит. А что тогда, Вася, я не понимаю, что ты... Чё, ты не понимаешь, чё, да? Ты, я не понимаю, что ты говоришь-то, господи. Чё, люблю я тебя, чё? Люблю и все для тебя сделаю. Вот что ты хочешь? Ребеночка хочу, Вася. Очень хочу ребеночка. Ну будет тебе ребеночек, господи, какие проблемы-то? Вася, когда будет, а? Завтра, зай. Да ты завтра забудешь. Не забуду, зай. Вот с работы буду идти, цветы куплю, а вечером дитё. Точно будет? Обещаю. Ой. Будет. А то как-то неудобно.